Здравствуйте, в эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. В Хакасии завершился международный молодежный этнотуристский форум «Этнова. Теплая Сибирь-2018». В этот раз он проходил в Таштыбском районе. О чем говорили и с кем встречались участники, об этом мы попросили рассказать председателя Государственного комитета по делам молодежи Хакасии Татьяну Борисову. Татьяна Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Валерьевна, завершился форум. Ваши ожидания как организаторов, они оправдались? Вполне, я думаю, полностью оправдались, так как мы в этом году опробовали, скажем, новый формат проведения форума, разделив его на две смены. Проходила первая смена с 29 июля по 2 августа, в рамках которой принимали участие учащаяся молодежь, это старшеклассники и студенты. И вторая смена, которая открылась с 3 по 5 августа, в рамках которой принимали участие работающие молодежь. Именно разделение площадок нам позволило удовлетворить желание всех, скажем так. И я думаю, мы будем продолжать и в следующем году также формат разделения площадок, чтобы, ну, это действительно удобно. Мы уже знаем, как работать с младшей категорией, как со старшей. Это абсолютно эмоционально разные люди, на самом деле, вот что мы отметили для себя по итогам. А много ли участников посетили форум за эти две смены и откуда к нам приезжали гости? В целом в Этнове 2018 приняли участие 250 человек. География участников – это Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Республика Тыва, Кемеровская область, Томск. В принципе, наши старые знакомые, друзья, которые уже неоднократно, может, даже приезжали на это. То есть Этнова узнаваема среди других регионов? Я думаю, мы скоро даже претендуем стать окружным форумом, как там Тимбирюса или АТР. Но чтобы достичь этой планки, нужно гораздо увеличить количество участников, количество приезжающих спикеров в том числе. Но мы ставим себе как большие амбициозные планы на будущее. Такой наплыв желающих вы ожидали? Всех удалось где-то разместить, дать все необходимое? В этом плане, в этом году мы полностью закрыли этот вопрос удобством того, что место, где проходил форум, это туристическая база Сюгеш, позволяет номерной фонд разместить всех желающих и в комфортных условиях, ну и тех, кто площадь территории позволяет разместить большой палаточный городок. Потому что изначально Этнова предполагает расселение в палатках. Поэтому те, кто все остались при своих желаниях, кто захотел жить в комфортных условиях, они были обеспечены домами. И те, кто захотел жить в палатках, они спокойно расположились на территории лагеря. А о чем говорили на Этнове, какие темы там поднимались? Темы немножко расходились у двух смен. В первой смене, так как у нас была молодежь, у нас идет год добровольца и волонтера, мы обсуждали живо темы волонтерства. Там строили, ребята занимались конкретным, они разрабатывали проекты, которые в дальнейшем должны воплотиться в жизнь. В том числе прошла прямо живая акция, выезд ребят, участников площадки волонтеры в село Таштыб, где они устроили День добрых дел. Они посетили ветеранов, встретились с ними. То есть они провели уборку реки прямо там в Таштыпе. Сейчас очень развивается век технологий, СММ-технологий, работа в соцсетях, поэтому этому тоже уделили большое внимание. Это сейчас по любым направлениям, хоть волонтерство, хоть патриотика, любое направление требует работы определенно в соцсетях. Сделан был на это акцент. То есть приезжали спикеры, которые конкретно занимается именно этим направлением. Также мы из года в год уже в обеих сменах не отпускаем тему проекта «Ты предприниматель», которая направлена на развитие среднего и малого бизнеса. И для тех, кто планирует связать свою жизнь с предпринимательской деятельностью, эта площадка как раз тот фундамент, где они могут получить знания для уже
существующего для развития бизнеса, либо для его начала, для старта. А кто выступал в качестве спикеров? Мы традиционно уже есть у нас наши, скажем, местные спикеры Республики Хакасия, которые известны тоже на территории всей Сибири. Это Алексей Арбузов. В этом году лекцию прочитала у нас и Ирина Пекарская, это Хакасский государственный университет. По СММ-технологиям Дарья Герайскина. Такие у нас московские спикеры – это Александр Николаевич Пушкин, тоже традиционно уже он по линии педагогики к нам приезжает не первый раз, но он очень такой, скажем, известный, в принципе, узнаваемый. Супруги Облажей Новосибирск, которые провели лекции для молодых ученых. В этом году также к работе активно подключились и министры. Такой отклик – это все-таки ваша работа или они сами изъявили желание пообщаться с молодежью? Ну, мы ежегодно приглашаем обязательно всех наших партнеров, исполнительных органов власти, с которыми мы взаимодействуем. Это, конечно же, Минобр, Минацполитики. Но в этом году особенным гостем стал министр финансов Республики Хакасия Ирина Ивановна Войнова, потому что мы запланировали обсуждение очень живой темы именно в формате смены работающей молодежи, потому что это все-таки больше им близко, потому что они уже люди семейные, либо собирающиеся вот-вот строить свою семью. И мы обсуждали тему молодежной ипотеки. Напомню, что эту тему изначально завел глава Республики Хакасия, в том, что у нас остро стоит проблема, первоочередная, скажем, такой злободневный вопрос при любом общении с молодежью, это они спрашивают, где работать и где жить. И вот эта проблема, она стоит, хотя в Республике Хакасия, вот в принципе без прецедента других регионов, нигде не ведется выделение земельных участков молодым специалистам. У нас эта программа действует. И сейчас в дополнение к этому разрабатывается новая программа «Молодежная ипотека», в рамках которой будет предоставляться помощь, субсидия на первоначальный взнос, на ипотечное кредитование молодым семьям. И мы эту тему обсуждали с ребятами второй смены. Очень живо задавали вопросы, то есть это сразу вызвало большой интерес. И они прямо активно задавали вопросы. Я считаю, даже из некоторых вопросов мы сделали вывод, что нужно именно на этот момент обратить внимание, потому что мы его не учли. И это очень важно. Пока проект находится на стадии формирования, учесть все недостатки, может даже пожелания, дабы потом не было каких-то неприятных моментов уже в реализации. Кроме такой образовательной, развлекательной программы, была предусмотрена для гостей и участников ЭТМОГа? Ну, конечно, мы постарались, чтобы форум оказался не только насыщенным площадками учебными, но и площадками, которые бы позволили ребятам и как-то объединиться, и на командообразование, вечерняя программа – это обязательный формат. И вот уже резюмируя прошедшие форум, эмоции ребят, рефлексия. Это, конечно же, запомнилось всем полоса препятствий, которые мы подготовили на территории всей базы. Они и там была и борьба на воде, морской бой, и они метали ножи, стреляли из пневматики и на катамаранах. Ну, в общем, полный спектр. Веревочный курс, это все прошло на командообразование. За это время они успели сплотиться, испытать трудности, а трудности всегда тоже сплочают. Ну, конечно же, ни один день не обошелся, каждый день завершался такой подвижной дискотекой. К нам приезжала в один из дней форума группа, рок-группа «Баканская штопор». И, в принципе, я думаю, ребята, все участники форума остались довольны. Только положительные отзывы. Татьяна Валерьевна, такие крупные мероприятия всегда завершаются как-то по-особенному. Каким было закрытие ЭТНОВА? Действительно, ЭТНОВА закончилась по-особенному, потому что, несмотря на все
условия непогоды, которые настигли нас. Пошел сильный дождь, хотя планировался там и большой флешмоб. Условия нас поставили в такие рамки. Мы провели закрытие в помещении, хотя не получилось масштаба, но оно настолько, эта атмосфера сделала закрытие теплым, семейным таким мероприятием, где мы наградили самых лучших участников от каждой площадки, наградили, поблагодарили всех спикеров и наставников, которые приехали на форум и остались вместе с нами. И, конечно же, всех тех, кто принимал непосредственное участие в подготовке и организации форума «Этново-2018». Татьяна Валерьевна, на закрытии форума присутствовали и мои коллеги, они подготовили сюжет на эту тему. Давайте прервемся и посмотрим его. В этом году на платформу развития «Этновы» приехало порядка 130 участников со всей России. Молодые педагоги, ученые, предприниматели и общественники. Первый же экзамен – придумать визитную карточку. Каждый день расписан по минутам спортивные, культурные и научные мероприятия. И ребята у нас загружены образовательной программой с утра до вечера практически. Я уверена, что на этой «Этнове» родятся очень крупные, очень яркие проекты. Встреча на Хакасской земле – это хорошая возможность завести друзей, раскрыть себя и получить полезный опыт. Здесь многому учишься, какие-то новые идеи подхватываешь, потом уже вот привносишь в свою работу. У нас здесь отдельная площадка, целью которой является формирование научных коллективов межрегиональных. Я приехала за знаниями, получить опыт преподавания мастер-класса, какие-то новые свежие идеи услышать, критику. Поздравить ребят с началом смены приехали почетные гости, представители местной власти, Минфина и Миноборнауки Хакасии. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. С праздником! После открытия участники платформы развития сразу же включились в работу. Стартовая площадка – Сбербанк. Здесь ребят ждала важная информация о республиканской программе молодежной ипотеки, когда участок дается бесплатно, а вот строить дом приходится за свой счет. Не каждый молодой человек, не каждая молодая семья имеет возможность это строительство начать. В связи с чем? В связи с тем, что вот ипотеку в принципе можно взять, но на первоначальный взнос средств нет. По Виктору Михайловичу принято решение разработать государственную программу в республике, и в этой программе будет предусматриваться выдача субсидий на первоначальный взнос. Открывшись первый раз 7 лет назад, «Этнова» со временем завоевал репутацию одного из самых необычных фестивалей под открытым небом. Каждый раз его участники встречаются в новом месте. В этом году база Сюгеш. А вот куда перекочует форум в 2019-м, станет сюрпризом. Татьяна Валерьевна, продолжим наш разговор. Вот на ваш взгляд, чем полезно участие в подобных мероприятиях? Что оно дает как участникам, так и организаторам? Тут нужно вспомнить себя, просто отвечая на этот вопрос, в молодости. Любой студент, любой молодой человек, принимая участие в различных форматах, будь то форум, какой-то фестиваль, это, безусловно, всегда новые знакомства. Это впечатление и, конечно же, самое ценное – это знания, которые выносят они с этого форума. Для кого-то какие-то площадки стали открытием и, может, перевернули весь мир. И, исходя из этого, пока молодой человек находится на стадии такой формирования себя как личности, как выбора будущей профессии или направления жизнедеятельности, которым будет заниматься, форум позволяет открыть новые эти возможности, какие-то тропинки, коридоры. К тому же, например, обсуждая вопросы в формате диалога на равных с представителями власти, дает возможность ответить на все вот именно болезненные вопросы, которые в рамках форума мы также, скажем, вскрыли и обсудили. Потому что не всегда можно услышать и прочитать где-то достоверную информацию. А тут из первых уст. А планы на будущий форум у вас уже есть? Начинаете готовиться? Да, мы обязательно проводим рефлексию прошедшего, учитываем все плюсы и минусы, чтобы в следующем году, обходя их,
делать форум лучше. И у нас такие зреют планы, мы сейчас живо это обсуждаем, о том, чтобы, может, все-таки переместить статус кочующего в постоянное место, где мы будем уже обустраивать свое гнездо, площадку. В принципе, это в этом есть тоже свои плюсы. Татьяна Валерьевна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра.